Приветствую вас. Собственно, ваш ответ на ваш вопрос, он, как это ни парадоксально звучит, кроется в вашем же вопросе. Вам нужно отходить от поведения мамы, вам нужно отходить от поведения контролирующего такого партнера, да, и стараться больше полагаться на, скажем так, больше полагаться на чувства, да, больше полагаться на то, чего вам хочется, больше полагаться на свои желание, вот, на свои реакции. То есть я свое поведение было, условно говоря, реакционным. Вот. Это, мне кажется, тот путь, который, ну, вам, в принципе, ну, вполне реален для вас. Вот, но это легче сказать, чем сделать. Вот, ну, понятно, что если бы было так легко, да, то, ну, скорее всего, там, вы бы не обратились бы к нам, да, и вы бы в таком случае не стали бы ничего спрашивать. Вот. Поэтому я понимаю. Ну, здесь работа с вашими страхами, как мне кажется, в первую очередь необходимо. Вот, работа с вашей, может быть, тревожностью, которая у вас имеет место быть, да? Вот. Плюс ко всему, у меня есть такое ощущение, что сами себя вы, ну, как бы обесцениваете достаточно сильно. Вот. То есть сами к себе вы относитесь, ну, мягко говоря, грубо говоря, не очень хорошо. Вот. То есть молодой человек — это вот как будто бы такой индикатор. То есть, ну, если молодой человек меня там одобрил, грубо говоря, вот, то все хорошо. Если молодой человек меня не одобрил, да, то, соответственно, все достаточно плохо. То есть выглядит это примерно таким образом. Вот. И соответственно, мне кажется, что в этом направлении в первую очередь вам надо бы двигаться. То есть вот, в направлении повышение, как бы, своей ценности, да, в направлении, может быть, даже повышение уровня искренности в отношениях с мужчиной, потому что есть ощущение, что вот то, что вы там, ну, например, есть ощущение, что то, что вы делаете, вот, ну, например, то, что вы предлагаете, то, что вы хотите, вот, есть ощущение, что это как будто бы немножечко не о том,
была немножечко вот не про то, что вас на самом деле беспокоит. Ведь беспокоит вас то, что вам, там, ну, например, не знаю, само собой некомфортно, допустим, ну, как вариант. И, соответственно, на это, мне кажется, и нужно обратить свое внимание, в первую очередь, ну, в одну из первых очередей, да, и во вторую очередь обратить внимание на то, что между вами и мужчиной, вашим мужчиной, есть общего. То есть, что вас объединяет. Потому что есть ощущение, да, что ваши отношения, они достаточно, ну, не поверхностные, это было бы, наверное, неверно, неправильно, наверное, так было бы сказать, не поверхностные. Но есть ощущение, что ваши отношения, они как будто однобоки, весьма однобоки, в том смысле, да, что вот если вы не взаимодействуете как мужчина и женщина, да, то как еще вы взаимодействуете? Как еще у вас есть, там, не знаю, возможность показать человеку, что, как бы, ну, что вы, там, ему откликаетесь, например, на его какие-то его сигналы. Потому что, например, в той же истории с гостями, когда вы хотели его поцеловать, ну, это, понимаете, это, для меня это выглядело так, что, выглядит, для меня это выглядит так, что вы хотите продемонстрировать человеку, что гости гостями, да, но там, я у тебя самый лучший. Вот. Типа, и не получив подтверждения этому, да, не получив вот подтверждение вот этому, ну, своему такому желанию, вы, условно говоря, чувствуете себя хуже. Вот. И поймите правильно, я не имею ничего против таких, как бы, действий, да, вот, ну, от слова совсем, но мне кажется, что подобное хорошо и актуально только если, знаете, как подобное хорошо и актуально только если человек разделяет это. То есть если человек откликается на такие вещи. А ваш мужчина, он ведь ну, он вполне может позиционировать себя так вот, что на публике, да, там, когда он с кем-то он может позиционировать себя так, что в этот момент никаких нежностей, ничего. Вот. И вам было бы в этот момент хорошо. Вам было бы в этот момент спокойно, как мне кажется, как бы, если бы, вы, там, например, если бы вы могли опираться на себя. А поскольку получается такая история, что вы не можете этого делать, поскольку получается,
такой момент, что вы не опираетесь на себя сам, вот, то, конечно, довольно, ну, довольно болезненно вы реагируете на вот то, что человек там, условно говоря, делает, ну, в смысле, то, что как человек себя ведет и так далее. Вот вы болезненно на это реагируете. Это, мне кажется, нормально. Вот. В какой-то степени многие вещи здесь у вас связаны еще и с тем, что изначально, как мне кажется, у вас значит, занижена самооценка. Вот. То есть, ну, изначально вы позиционируете себя не очень, как не очень самодостаточного человека, да, как тревожного человека и так далее. Вот. И это тоже накладывает определенный отпечаток как бы на вот эту ситуацию. Вот. Есть ощущение, еще есть ощущение такое, что что как будто бы вы требуете от молодого человека, вообще говоря, того, что он вам, ну, в принципе, никогда не давал. Да? То есть, такое еще то есть, о чем я говорю? Вы говорите, что он всегда тяжел достаточно на подъем, да? Вы говорите, что он там никогда не хотел идти куда-то и так далее. Хоть вы его и звали, но он не хотел. Вот. И до сих пор вы это как-то не можете, не знаю, принять. Вот, до сих пор у вас не получается это принять, до сих пор вы пытаетесь его поменять, пытаетесь как-то его, не знаю, изменить, вот, пытаетесь от него добиться того, что он может быть даже дать вам и не способен. Ну, например, у меня сложилось такое впечатление, что он как будто бы, знаете, ну, не знаю, как будто бы стесняется, что ли. Вот. Как будто бы он ощущает неловкость, когда с вами находится наедине, условно говоря. Вот. И я понимаю, что, может быть, вы со мной не согласитесь, вот, и как бы право это, безусловно, ваше, но выглядит все вот таким образом. То есть выглядит, что человек просто не очень уверен в себя. И боится, ну, какой-то вот близости эмоционально и так далее. Вот. И как бы только на физическую близость он как бы перекладывает ответственность за получение какого-то
удовольствие, да, там, наслаждение и прочее, прочее, прочее. Я думаю так. Поэтому недаром, ведь недаром, мне кажется, да, недаром вы для него выступаете в какой-то степени мамой. Вот, недаром вы, ну, как бы, контролируете все там и так далее. То есть, по большому счету, это, ну, по большому счету, это вот как раз то, о чем я пытаюсь вам сказать, по большому счету. Вот, в принципе, наверное, такой момент. Вот, в принципе, наверное, такой аспект. То, на что вот очень бы хотелось обратить ваше внимание. Ну, потому что это важно. Это важно. Достаточно важно. Вот. Значит, что можно здесь сделать? Да, ну, во-первых, можно посмотреть, например, на то, можете ли вы, способны ли вы принять человека таким вот, какой он есть, да, с его особенностями, там, чтобы, не знаю, его не менять, вот, и чтобы он был с вами, самим собой, чтобы было, ну, гармонично. Можете ли вы это сделать? Если да, супер, если нет, то, конечно, проблематично, но, опять же, можно это, ну, скорректировать. Вот. Теоретически. Гипотетически. Вот. Если вы в этом заинтересованы, конечно. Если вы этого хотите. Вот. Я просто не знаю, да, вот, что вы хотите. Вот. Просто не знаю. Что вам нужно, не знаю. Вот. И соответственно, мне кажется, что нужно определить справа с тем, как вы для себя, ну, видите, вот, все вот это, и что вы готовы делать с этим, вот. Хотите ли вы там, например, сами меняться, да, допустим, или ждете, что человек будет меняться, ну, то есть, такие вот разные моменты здесь могут быть. Вот. Поэтому определитесь с этим, да, и уже можно будет после этого что-то делать, да, уже можно будет после этого вам, значит, помогать. Но решать, как бы, этот вопрос, мне кажется, вам нужно само. Вот. Можно просто больше внимания уделять себе, да, не молодому человеку, пытаться от него добиться чего-то, а именно вот больше внимания стараться уделять себе, себе, ну, себе любимой, например.
как бы и, соответственно, тоже это, ну, такой хороший мог быть вариант для вас, потому что вы покажете человеку, что можете быть, например, независимыми, вот. Ну, как-то вот продемонстрируйте ему, что можете быть, что вам не обязательно постоянно от него чего-то ждать, вот, что вы можете, в принципе, сами обходиться достаточно легко без него, вот, что вы, не знаю, самодостаточно, например, ну, допустим, это вот как вариант, и, соответственно, уже на это делать акцент. Вариантов много. Конечно, ситуацию в какой-то степени отягощает то, что вы рассказываете про своих родителей, вот, что у вас там, ну, были определенные проблемы с значит, мамой, вот, и что вы, значит, пишете, да, что сбежали, по-моему, замуж, вот, пишете, что убежали замуж. Ну, сбегать замуж — это идея не самая лучшая в плане того, что не решают проблем никаких таких вот глобальных, вот, напротив, делает вас, может вас делать довольно-таки зависимым, вот, что, в принципе, мы, ну, можем наблюдать сейчас, исходя из того, что вы пишете, да, вот, потому что, ну, опять же, вы почему-то выбрали сбежать именно замуж, то есть вы выбрали не сбежать там в работу, в карьеру, да, и так далее. То есть вы и в том и другом случае вам, в принципе, у вас было бы, да, и мужчина был бы, все просто, отношения были бы, выстраивались бы совсем на других основаниях, не на таких, которые сейчас у вас есть. Вот. И как бы те трудности, которые у вас были в вашей семье, допустим, они продолжают существовать, они продолжают как-то на вас оказывать воздействие. Ну, вот, они, к сожалению, никуда не ушли. Вот. А человек, он ведь не обязан, да, ваши проблемы решать, как бы. Вот. Поэтому, я думаю,
что вот этот, на этот момент вам нужно обратить внимание, потому что если вы хотите дальше устраивать отношения свои так, чтобы было хорошо вам и партнеру, да, то, наверное, наверное, нужно что-то менять. Вот уже в зависимости от того, в какую сторону вы хотите двигаться, да, и можно принимать решение относительно того, вот, какую сторону вы будете двигаться, развиваться, вот, в какую сторону вы будете там направлять свои ресурсы и так далее. Вот, мне кажется, что это довольно важный момент. Вот, если, конечно, если вам это интересно, если вы хотите этим заниматься. Вот. Сейчас, пока что, мне кажется, функционально, именно вот функционально, трудность заключается в том, что вы растворяетесь в человеке, вот, и либо вы его контролируете, вот, либо вы в нем очень сильно нуждаетесь. Ну, это такие, если я правильно понял, качели, вот, они достаточно тяжело переносятся другим. То есть партнер, он, ну, тяжело на это реагирует. Вот. Есть чувство, что вы не ощущаете личных границ своих, вы достаточно слабо чувствуете личные границы человека рядом с вами. И слабо чувствуете лично, ну, себя, свои границы. Тоже ощущается не очень хорошо, то есть, можно было бы повысить навык вот этот тоже. Если вам это интересно, безусловно. То есть, ну, понятно, что если вам интересно, да, понятно, что если вы этого не хотите, то тогда зачем? Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот, наверное, такой ответ я бы хотел вам дать с точки зрения терапии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения моего опыта и с точки зрения моего подхода. Наконец, последнее. Ссора. Это изучите, пожалуйста, психологическую игру «Скандал». Вот, вы сможете для себя примерно понять, о чем идет речь. Вот, вы сможете примерно увидеть как бы такие общие самые основания для ссоры людей, вот, безусловно, не исчерпывающие, но общие. Вот. И тоже решите для себя, хотите ли вы с этим поработать или нет. Вот. Все здесь исключительно зависит только от вас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я хочу
пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего доброго. Вот, и надеюсь, что вы дадите отклик на мой ответ, что и послужит началом работы над собой.